Так, хочу сделать обзор на котел Cooper Pro 28. Значит, топлю я его, начинаю растапливать пеллетами. Потом идет всякая ерунда в ход. Вот хворост, палки. Вот, если топить только пеллетами, получается дороговато. Где-то в мороз полторы пачки уходит. Ну, если погода не ниже 0 градусов, то ну пачка максимум, поменьше даже. Вот, в общем, когда горит, я закидываю все подряд. Тут и цветы, гортензии, горит все абсолютно. Растапливаю, начинаю растапливать, он брызнул соляркой с маслом и нормально. Ну, чтобы разгорелось только. Солярка с маслом пробовал топить. Мне не понравилось, сильно засоряется котел, приходится чистить. Вот. Сейчас здесь температура 80 градусов почти. При том, что выходная труба, она теплая, градусов где-то 45 максимум. Ну, здесь дотронуться нельзя, это 80 почти. Так, сейчас открою. Да, значит, почти полностью закрыто. Вот, чтобы закрыть это вот так полностью. А у меня вот на предпоследнее деление. Тогда в экономном режиме работает. Котел расположен низко, поэтому приходится на стульчик садиться, чтобы было поудобней. И вот такой вот жар, веточки всякие. Здесь пеллетов нет сейчас. Это горят ветки, всякая ерунда. Я забиваю полностью это отверстие и разжигаю вот здесь. А, вот, кстати, пеллеты еще тлеют. В общем, КПД у котла очень высокая получается. И остывает очень долго. Отапливаю я 25 квадратных метров. Это вот два вагончика, сваренных вместе. Ну, может быть, чуть-чуть даже меньше. Вот, значит, хватает на 3 часа, чтобы все это протопить дело. И система у меня здесь сделана так, чтобы можно было не использовать циркуляционный насос. Но с ним, конечно, лучше. Быстрее температура набирает. Но если даже отключить электричество, это не проблема. Выключил все и нормально будет циркулировать само. Это расширительный бак. Сделан просто из обычной канистры. Вот. Температуры хватает. Ну, в общем, чтобы... А, вот здесь сделано... У меня избыточно, конечно, такую квадратуру котла. Здесь я вот сделал выходы, чтобы отапливать еще какое-нибудь помещение, либо гараж. Думаю, что этого котла хватит еще на такое же помещение с лихвой. По документам он 280 квадратных метров может отапливать. Вот. Ну, конечно, заявлено слишком громко, наверное. Ну, 200 потянет точно. Вот, значит, растапливать можно даже через зольник. Потом в дальнейшем хочу сделать сюда винтовую подачу стружки, пеллетов мелких, щипы. И чтобы он
автоматически уже загружался потихонечку, крутился через редуктор. И можно будет не подходить к котлу порядка, ну, суток хотя бы. Сделать бак на 200 литров для щепы, для стружки. И будет нормально. Ну, чем хотел с вами поделиться.